Всем привет! Сегодня у нас будет челлендж 24 часа на пляже. Все люди как люди, кто-то отдыхает, лежит просто загорает, а мы, нам нужно что-то делать. Вот мы решили 24 часа на пляже что-то делать. Все, значит, мы, Катя проиграла папе футбол. Теперь она закипела и пойдет остужаться куда? В бассейн! Да, и мы пошли в бассейн. У меня на телефоне плохая заставочка, и мы хотим искать и сделать такую красивую, идеальную заставку на телефоне. Для этого у нас есть такой интересный прибор, и мы надеемся, что у нас получится осуществить сие восьмое чудо света. Копали 2 часа, что-то не рассчитали, и нашу ямку залило. А я копаю новую ямку. А это мой помощник. Будем надеяться, что так получилось что-то интересное. И мы продолжаем наш челлендж 24 часа на пляже. Да. Мы поиграли в хоккей. Мы сделали хоть не самую лучшую, но красивую заставку. Да. Мы сожгли папе руки и ноги, потому что папа теперь оделся вот такое одеяние, хотя на улице 30 градусов. Теперь нам осталось поиграть в шахматы, большие шахматы, и потом мы пойдем в аптеку за хлебом. Потому что на этом мы челлендж сегодня наш закроем. Жара невыносимая, солнце светит очень сильно. Вот так мы заканчиваем наш челлендж 24 часа.